Мамука Сральский, спасибо большое за внестримовый донат с текстом. Говорят, этот риф он у группы Ария содрал. Опять пердуна, в общем, этого ручного смотрим. Ну ладно. В конфе, как менты, включили штраф. Нет, там что-то в конфе вообще жизнь была до хрена. Сообщение я не прочитал. А перешли мне, может, в ЛС или как-то? На Вальзе больше не... Больше не стал стримить там. Мне было интересно просто ночью потестить, что да как да где. На Пердина. А, это этот, который ты я понял. Потрясающе. Не, мне второй день донатит ручного пердуна, да. Ты в окно что-то открываешь? Да, я недавно... Недавно был открыт. Будет шумно, да. Ну, хотя хочешь оставить. А, ну давай, давай. Сейчас пердуна ручного досмотрим, и давай. Второй день донатит мне вот целый там канал таких видосов, разные песни впереди только. В смысле? Он руками вот так. Видимо, силой нажатия, я не знаю, если честно. Ты не видела никогда такое? Ты никогда не видела, чтобы люди руками пердели? Чтобы именно нот по нотам. Сокол реально? Да, шишкольница, да. Не знал совсем. На самом деле мы обсуждали то, что стримы, может быть, будут после мая раньше 10 вечера начинаться. У меня появится такая возможность. Да, вот так вот. То есть меньше, чем через месяц. Вот он. Да, ну я в тапках, а ты... Тональность и длительность как он регулирует? Да бля, ну это как-то возможно, я верю в это. То есть длительность просто, ну, вот ты давишь... И как бы пока у тебя есть еще пространство для давления, ты можешь длительность регулировать, это несложно. А вот как тон, это я не знаю. Это реально искусство. Я даже один звук не могу выпердить рукой, а как он... Как он... Ну, видимо, я не знаю, может быть, как-то силой или скоростью давления. Ну, не знаю даже, если честно, как можно... То есть это как-то... Ну, он 40 лет этим занимается, то, что в описании написано. Да это ров, знаешь. Да в смысле? Он 40 лет пердит руками? Да, а чё нет-то?
Ну, то есть, ну, как бы, у него это как хобби, вот такое. 40 лет пердит руками. Да подожди, я еще не остановил запись реакции. Все, спасибо большое, Мамука Сральский, за донат.